Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать, как добавить бота на чат в YouTube. В общем, для тех, кто не знает, показываю. Для начала заходим на сайт бота. Пишем в поисковике Nightbot и заходим на страницу. Вот, значит. Так, это не то. Так, в общем, у нас вот страница бота. Жмем логин, жмем YouTube, выбираем наш канал, ну и, собственно, заходим, разрешаем все ему, этому засранцу. Здесь нажимаем, у вас должно сначала так быть. Жмем присоединиться, присоединить канал. Дальше копируем вот эту ссылку сразу, сходу прям. Копировать. Открываем творческую студию. Настройки. Сообщество. И сюда просто тупо копируем ссылку. Вот. Только не через мышку, а клавиатурой Ctrl-V. Появляется вот такая иконка, нажимаем ее, и он добавляется вот сюда. То есть все, он у нас модератор. Все, значит, нажимаем сохранить. Все, здесь наши действия заканчиваются. Дальше. Также заходим на канал самого бота. Жмем подписаться. Ну, в теории вроде как это должно быть. Там так написано. Ну, я подписался, короче. Вот. Значит, дальше. Ну, основные задачи мы выполнили. Вот. Дальше. Все, что здесь по умолчанию стоит, оно у нас все включено. Здесь почему-то у меня выключено. То есть включаем все, что здесь есть, и бот уже полноценно начинает у нас работать, то есть за капс блокирует, за символы, ну и за прочую дребедень. Все, бот есть, команды и таймеры настраивайте на по своему усмотрению, как вам больше нравится. Ну, пока что вот как-то так. Основу я показал. Смотрите следующее видео. В следующем видео я покажу, как все остальное добавлять. В общем, блин, что сказать-то, я не знаю. Было полезно видео, ставьте палец вверх. Было не полезно, ставьте палец вверх. Всем удачи, всем пока.